это как бы выражение любви, которое связывает нас в обществе. Это не, не общественная любовь. Давайте теперь будем жить шведской любовью, это самое, семьей. Не об этом говорится. Это на самом деле то чувство любви, которое мы говорим людям, которые на улице, например, бабушкам, дедушкам, то, что я вас люблю. То есть выражение любви, состояние к друзьям, ну, друзьям, в обществе, как бы, дружеские отношения. Можно, знаете, иметь, вот, ты друг, а есть дружеские отношения. Есть разница. Товарищеское, товарищество, это тоже чувство, тоже объединяющее любовью. Эта любовь избегает сексуальных отношений. Но это любовь верности, почтения, уважения. Это та любовь, которая основана на взаимных интересах. Да? Я люблю ловить рыбу. Есть выражение такое. Я люблю ездить на машине. Я люблю мотоцикл. Это не значит, что я имею секс с мотоциклом, правильно? Я люблю конфеты, поэтому у меня есть друзья, которые любят конфеты. То есть сладкоежки. Винни-Пух приплыл. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот это выражение любви, которое мы говорим. Я люблю. То есть я люблю спорт, я люблю это. И у меня в этих отношениях есть друзья, которые объединяют вокруг каких-то целей. Общие интересы. Это выражается или практикуется через дружеские отношения, через библейское такое выражение странноприимство, либо, как называется, как гостеприимство, да, будем говорить так. Через гостеприимство. Через взаимную помощь выражается такая дружба. Это важная часть любви. И Эрос, ему говорит, нуждается в филио для каждодневных отношений в семье. Понимаете, да? Потому что каждый день или каждую минуту не может быть секса просто. Умрешь. Я понимаю. А вопрос в другом. Нам необходим в наших отношениях, даже в романтике, или же в том эросе, необходимо филио для каждодневного отношения. Эти отношения, вот именно филио в семье, развиваются для, такое слово, adventure, или же для приключений. Вместе пойти в кино, пойти где-то в парк, отношения, да, то есть какие-то есть интересы, которые жена с мужем имеют. Поехать в путешествие, да, то есть согласие должно быть. И это именно тот момент филио, дружеских отношений. Вопрос есть еще по этому? Это очень короткое. Вам понятно филио? Зачем она в семье? А? На самом деле, мой самый лучший друг – это моя жена. Где у нас есть разные интересы, есть общие интересы. Также у меня есть друзья вне моей семьи. Но, но мой эрос, то есть мои отношения в семье, нуждаются еще в филио. Следующее – это сторге,
или сторге. Да. Да, как сторге, сторге. По-английски называется storage, да, то есть то место, где ты все упаковываешь. Сторге. Это выражение семейных отношений. Это чувство семейности, принадлежности. Вы поняли, да, чему? Очень часто люди приходят в общину и говорят: слушайте, я чувствую себя как в семье. Вот это проявление сторге, семейности и принадлежности чему-то, оно выражается. Это не говорит о том, что теперь нужно теперь со всеми иметь секс, правильно? А вопрос здесь о том, что иметь чувство. Но опять же, эрос сам по себе не может быть. Если другие отношения, вот эти другие чувства любви могут быть самостоятельны, то мы говорили опять, эрос не может быть самостоятельным. Это состояние любви родителей к детям и детям к родителям. Это любовь открытая и взаимно, то есть воспринимательная, да, любовь. То, к своим детям мы относимся, мы воспринимаем их таким, как и есть. Особенно в еврейских семьях оно как бы выражается, что да, мой сынок не совсем далекий, но он будет математиком. И вот это отношение к нему, даже при всех этих, может, отклонениях, воспринимает его как умницу, как способного, как какого-то гения и так далее. Это родительская любовь. Какой у меня внук? Какие у меня дети? Он у меня станет дантистом. Уже сегодня вырывает зубы у лягушек, да? Хотя их у них там нет. То есть это такая восхитительная. Заметить, что как бы мы пересекаем сейчас то состояние, где семья состоялась, да, вот где необходимо иметь и филио, и сторги вместе. Эрос не может существовать по отдельности. Ему нужно и сторги, ему нужно филио. В семье, особенно как семья образовывается, необходимая любовь в семье – это филио, то есть дружеское отношение. В семье должны быть дружеские отношения. Между родителями даже должны быть дружеские отношения к своим детям. Потому что когда дети маленькие, у нас одни чувства. Когда дети вырастают, у нас немножко меняется чувство, то есть состояние семейности. Оно меняется. Ты уже не можешь как бы наезжать на своих детей, уча их каким-то правилам, они уже взрослые. И вступает отношение уже более дружеских отношений в своей семье. Воспринимаешь своих сыновей, своих дочерей уже взрослыми, хотя и подсознательно ты понимаешь, что это твоя семья. Ты готов жертвовать собой, ты готов воспринимать их, как они есть. Почему многие мамы, несмотря на трудности своих детей, они воспринимают их, какими они есть. Несмотря на то, что они там проходят через реабилитацию, трудности с какими-то зависимостями, все равно сын остается сыном, дочь остается дочерью, и ты готов отдать свою жизнь за них. Это вот состояние любви, сторги. Да? Это не агапе. Послушайте, это не агапа у нас действует сейчас, это уже в семье. Агапы, мы будем к этому подойдем, она совсем другая часть. Мы должны понимать с вами, что счастье – это всего лишь половинка любви. Потому что полнота именно счастья зависит от выражения нескольких частей любви.
Почему я сказал о любви, что счастье такая одна половинка любви фактически? Потому что сама любовь, она или жизнь состоит из разных вещей. Есть счастливые дни, да, и есть дни, когда ты страдаешь. Счастье только половина. Вторая половина еще есть страдания. А? Конечно, страдания — это часть любви. Потому что страдание становится механизмом для усиления твоей любви. Страдание становится механизмом для утверждения и усиления твоей любви. Для усиления или как бы поддержки твоей любви. Страдание также является отвесом, который раскрывает твои ценности. Глубину. Твоей любви. Понимаете, что говорю, да? Мы так перешли плавно от таких вот состояний любви, страсти и все остальное. Мы говорим сейчас о том, что половина счастья, как бы вторую половину, занимает наше страдание. Любовь состоит из двух половинок: счастья и страдания. То есть переживания, трудности. И приходящие трудности в жизнь человека измеряют глубину ценностей твоей любви. Что еще можно сказать? Когда мы не в трудностях не взвешиваем или же не переживаем ценности твоей любви, мы тогда страдаем и в наших отношениях в эросе. Понимаете, да? О чем я говорю? Когда наша любовь, которую мы испытываем через счастье и через страдания, и мы не в страдании, мы не смотрим на результат, что оно принесло, если мы не оцениваем нашу любовь через страдания, тогда эрос становится, как сказать, ненужной частью, оно просто становится животным состоянием. Он не имеет в себе ценности. Он не имеет в себе красоты, которую, можно сказать, описывает в песне песней. Ни один любовник не говорит о своей любовнице такие слова, которые говорит настоящий влюбленный человек. Согласны со мной или нет? Чаще всего мы видим, когда люди устремляются в распутство по причине того, что именно в этих чувствах. Они не смогли вынести результат. Мы состоянием на то, чтобы секс стал таким частью распутства, а то как бы забыться о которой они переживали.
Такая любовь, я называю, она не имеет зрелости. Абсолютно. Нам также нужно будет, мы сейчас говорим о то филио, да, и о счастлив жених, счастлив. Не знает, куда они двигаются. Потому что он как бы за... Когда рождается человек, обладает. Что здесь же так это филия в брак, свои ожидания будет изучать много вещей от своей у меня было, когда сестры или но у меня муж, например, там неверующий, он запрещает мне там рот хочу. Я говорю, ты должна ли ты. Если человек не он себе так, следующий, если эти стих. Прочитать это место. Угу. Читать. Микрофон. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Все остальное приложится, да? Мы должны помнить, что если мы счастье, успеха, мы должны помнить, что счастье
заключается в парадоксе. Если мы ищем счастье ради счастья, мы не найдем его. Он всегда, мы начинаем находить счастье тогда, когда мы ищем счастье другому. То есть, если будем искать Царство Божие, да, то мы найдем свое счастье, удовлетворение. Если мы будем помогать другим людям, чтобы они состоялись, мы состоимся. В этом-то как парадокс счастья. Когда мы умираем для себя, живем для другого человека. И в браке это очень важно. Чтобы понимать это все, надо также посмотреть на другую сторону любви. Это агапы. Что такое агапы? Как вы думаете? Можем ли мы иметь Божью любовь? Мы можем иметь любовь. Но смотрите, я хочу сделать такое как бы выражение, вы поймете, о чем. Агапы относится больше к волевому решению, нежели эмоциональному. Запишите, чтобы вы понимали. Агапы относится более к волевому решению, нежели эмоциональному. Если у нас филио, да, оно может как бы эмоционально, всплеск такой может быть. Мы эмоционально связаны с людьми, мы, у нас какие-то интересы есть, мы чем-то пойдем там на футбол, покричим, эмоционально все как бы пережили. Даже в семье момент сторги, да, мы тоже эмоционально, отношения с детьми, если мы нам тяжко, мы как-то так не очень хорошо, но относимся, когда у нас есть какие-то хорошие эмоции, дети с нами весело все, но агапы является волевым решением, нежели эмоциональным. Что, как бы, это выражение любви через действие. Выражение любви через действие. Давайте еще как бы порассуждаем немножко, что через это, что еще может агапы сделать? Прощать, да? Писание говорит, что мы прощали врагов своих. Это какая любовь? Агапы. Почему? Потому что чувство, которое у нас есть внутри относительно наших врагов, наших обидчиков, они остаются эмоциональными. Но возможно ли это сделать? Очень трудно. Послушайте, мы не забываем, что люди делают. На самом деле, у нас картинка унижения, оскорбления, пренебрежения очень остается реальным для нас. Агапы – это волевое решение. Смотрите, будем говорить так, вас обидели, то есть вас, на самом деле есть очень большая боль, которая и внутри вы не чувствуете, что вы чувствуете филио, от дружеские отношения. Но внутри себя ты делаешь решение, например, принести этому человеку торт или сделать ему доброе дело, несмотря на то, что происходит вокруг. Это волевое решение. Мы скажем, это незаслуженная любовь. Стоп. Волевое, то есть незаслуженное. Любить просто, как бы сказать, полюбить, это не то. Агапы производит действие. Вы понимаете, да? Действие. Если мы, например, филио, оно и действующее, и чувством.
И все равно у меня есть друг, к которому хорошие отношения. Но агапе является волевым решением, плюс действие должно быть проявлено, то есть твоего волевого решения, не эмоционального. Что еще можно сказать об агапе? Отдает. Ну, жертвенная любовь. Хорошо. Терпит. То есть безответной любви, да, такой, может быть, в одну сторону одного человека. Хорошо. Как это на практически это применить? В семье может быть агапе? Да. Угу. Каким образом? В зависимости от проявления своей членов семьи, ты продолжаешь любить. Или там не хочу. То есть мы находим, что это не христианский как бы образ просто. А? Может быть, сейчас придет какой-то момент откровения, но вы должны понять, что даже неверующие люди могут иметь, или даже имеют, утвержу, эту любовь агапе. Она явно проявляется, когда мы приходим к Богу, и наша есть возрожденная жизнь свыше. Она как бы, мы уже упознаем ее как более любовь, которая страдающая любовь. Но реально, смотрите, если человек положил свою жизнь за другого человека, является ли это агапе? Но также это может быть и филио. Жертвенная любовь. Что еще? В семье. Есть это, когда дети отдают. Когда родители отдают, когда жертвуют постоянно, то есть взаимно как бы не чувствуют. Например, когда ради детей, например, умирают, спасая их жизнь. Я знаю, что материнская любовь, как бы есть такая, там отцовская любовь, но есть больше. Йонги Чо сделал однажды такой пример. Пример этот очень уникален и удивительный. Он говорит, что он встретил одного корейца в Америке, который рассказал ему историю. История эта как бы очень, очень проста. Во время, когда еще Корея была одной страной, многие миссионеры работали в Северной Корее, и в Южной Корее. И когда произошел переворот в Северной Корее, коммунистическая партия брала вверх, многие миссионеры убегали. Там была война. Война, которая привела к многим жертвам. И однажды, один миссионер на своей машине подъехал к мосту, и на этот мост, он был как бы заброшенный, он остановился. И вдруг он услышал плач ребенка, который, еле-еле, как бы, только где-то родился, только недавно. Когда он спустился вниз, он увидел картину, ужасную картину. Он увидел полностью оголенную девушку, полностью, и в руках, замерзшую, но в руках у нее был сделан свиток из всей своей одежды, и внутри свитка был маленький ребенок. Он взял его с собой. Когда парень вырос, он ему рассказал эту историю. И он говорит, я хочу поехать на то место, где это случилось. Когда они приехали на место, уже, конечно, это была Южная Корея, когда уже страны разделились, он
подъехал большой, на территорию, там уже на этом месте уже была большая магистраль, там уже машины в четыре ряда ездили. И когда он показал это место, вдруг этот парень раздевается догола, ложится на землю и начинает говорить: «Мама, я хочу тебе отдать то, что ты мне отдала, всю свою любовь. Я не стесняюсь, где я родился, почему я родился». И вот это состояние, он говорит, потрясло его, потому что жертва, вот эта агапе, да, она жертвующая любовь, это защищающая, и должно быть в семье. Агапе на самом деле может быть самостоятельным, но когда это в семье, оно делает семью и совсем другую. Это семья, которая имеет цель, это семья, которая достигает чему-то. Это любовь, которая может исправлять ошибки. Вы понимаете, что вы исправляете ошибки этой любовью, любовью агапе? Очень часто верующие думают, что реально агапе приходит тогда, когда вот Бог пришел в мою жизнь, изменил ее. Но на самом деле Бог сложил нас и сотворил нас по образу и подобию своему. И Он вложил внутри нас любовь, одно слово «любовь», которое и распознается через эрос, через филио, через агапе, через сторге. Оно выражает, оно внутри нас. И только преобразованный человек, человек, который рожденный свыше, сможет обладать всеми этими этой любовью в совокупности и проявить это в семье, сделать семью сильнее и сделать общество другим. Вопрос. Что больше преобладает в данной ситуации? Может исправлять ошибки или дает шанс на исправление? Нет, во-первых, шанс – это как бы это еще жалость человеку, можно сказать. Может быть, больше сострадания. Но когда ты делаешь ошибки, и ты способен их изменить, мы придем к этому, где мы начинаем, в первую очередь, прощать самого себя, к себе такому, как я есть, и ты меняешь себя. Как вы думаете, эта любовь может отдавать, а может принимать? Эта любовь также может принимать. Она может принимать, но не требовать, правильно? Это любовь, которая принимает. Что еще можно сказать о любви? Как вы думаете? Я просто так, может быть, оно радикально. А наша цдека, которая у нас, мы говорим о цдека, о даянии праведности. Какой мотиватор у нас внутри? А? Благодарение. Помните, мы говорили, как раз Дима говорил об этом, да? Что это, я думаю, это часть тоже любви агапе. Потому что мы остаемся благодарными за то, что мы получили. Жертвенной любовью. Амин. Что? Давайте поговорим немножко. Вопросы есть? А в чем разница между сострадательной и, как вы сказали, жалостью? Состраданием и жалостью в данной ситуации любви. Какая разница между состраданием? То есть... В данный момент я могу рассматривать как со стороны сострадания, кто-то может рассматривать со стороны жалости. Смотрите, Иешуа, он жалился над кем? Над людьми. То есть проявление есть, и он даже выражает, потому что они были как кто? Как овцы, которые не имеют пастора. Жалость к овцам или к жалости, что нет пастора? К овцам. Жалость, что у них нет пастора. Иногда у нас проявляется жалость
к людям, у которых как бы по причине того, что от них нечего взять. И вот здесь нам нужно иметь состояние какой жалости. Шанс, давать людям второй шанс, есть, бывает от жалости, а бывает от того, что ты знаешь, что дать ему такую возможность изменит его. А с другой стороны, ты понимаешь, что дав ему там 3 рубля, которые он просит, и ты его даешь из жалости, не изменит его жизнь. Какая разница? Не, ну, можно, допустим, простить из жалости, можно простить сострадание. Из жалости, потому что жалко, и не более. А с точки зрения, как в моем понимании, сострадание, то бишь, не в зависимости от его повторной ошибки, ты даешь шанс, как любящий отец, чтобы он все-таки поднялся, и не просто шанс, давайте возьмем, а веришь в то, что он поднимется. Первое. Слово сострадание. Сопереживание. Подождите, сострадание. Да, ты говоришь от жалости или от чего? Сострадание. То есть ты пережил то же самое, и ты сострадаешь, потому что ты так же самое, и поэтому ты дал. Потому что ты знаешь, что будет результат. А жалость не предусматривает себе каких-то изменений. Да, то есть ты дал, и все, и никакого возврата не имеет. А не может ли жалость подобного рода разрушать в тебе как личность? Что еще раз? Не может ли жалость подобного рода, как о чем вы сейчас говорите, разрушать в тебе в самом как личность? Может, твердость. Может, если ты останешься хладнокровной. То есть твое сердце окаменело, ты даешь просто просто их жалко. Как овец среди волков. Такими словами присутствует уже не одна форма жалости, их 2 или 3? Ну, это так же, как и твои чувства любви. Оно может быть просто тупо звериное, там, это чувство эроса и все такое другое состояние, где ты имеешь правильное отношение к второй половине. Дай ему микрофон. Мне кажется, сострадание предполагает определенное снисхождение на уровень страдающего. Угу. Значит, потому что когда-то пройдя страдания, человек, скажем, поднялся на более высокий духовный уровень, и он может снизойти. Но не духовно, он может просто снизойти для того, чтобы быть вместе с человеком и сострадать. А жалость, вот интересно, что корень слова жалость, жало. То есть вот, ну, что-то мозолит нам глаза, и чтобы не мозолило, мы можем постараться как-то эту причину убрать. И поэтому на самом деле, мне кажется, что здесь не всегда задействовано сердце. Ну, относительно. Не, оно, естественно, это все относительно. Ну, в общем, вот мне кажется, что вот такая вот картина. В большинстве случаев жалость со стороны человека, она не несет ответные плоды. Правильно ли выделил? Да. Как вы думаете? Вот сейчас мы поизучали с вами о любви. Это достаточно? Мало. Почему? Любовь, она культивируется, да? То есть эволюционируется. То же самое, как вы в сравнении говорили, когда младенец, да, и он растет, и там вырастает какого-то определенного, да, года исчисления, и любовь тоже меняется. То же самое у человека, с его возрастом любовь меняется. Ну, да, интересно. Она как бы трансформируется. Как много из нас, из вас, мы говорим: Господи, Боже, дай нам любви к этому человеку. А? Многие из вас, как вы молитесь? Я молюсь наоборот. Чтобы мне больше давал. Чтобы мне любви, да, не было тебе любви. Мне любви больше давал человеку. Так правильно, так говорю. Чтоб тому человеку дал ко мне. Не, мы молимся, да. Господи, дай мне. Это любовь, любви к этому человеку или к другому. Дай мне полюбить, дай мне, Господи, дай мне эту любовь. Но реально нету как бы такого понятия, что вот просите у Бога, Бог даст вам. Ведь у кого не хватает мудрости, а с другой стороны написано любить, да? Любовь. То есть любовь – часть, которая изучается и практикуется.
Вы понимаете, да? Она изучается и практикуется. Одна часть, которая у нас вложена генетически Богом, то есть в наш разум, мы его приобретаем со временем, когда мы возрастаем уже от детства в юношество, с юношества уже в зрелый возраст, и мы приобретаем это путем подсознательным или же внешним, но также изучение через Писание. Что это значит? Будем говорить так. Та же любовь, которая агапе. Если нам сделали беду, то мы должны что? Мы должны воздать добром. Это практические действия. Когда мы говорим, любите друг друга, это не, о чем говорится? О какой любви? О действиях. Любовь, она практическая часть. Очень часто молодые люди, они, как Саша читал, что базируются на наших внутренних частях, на эросе, и у нас романтика, есть желание создать семью. Но и мы дальше других отношений не хотим действовать. Правильно? Ну, зачастую. Но именно дружеские отношения, то есть филио, чувство агапы и чувство сторги, мы приобретаем путем понимания, откровения, да, и делая его реальным, то есть его практикуемым в нашей жизни. Как много из вас переживали такую трудность такую, как вот, ты знаешь, что нужно делать, и ты внутри говоришь, я этого не буду делать, не хочу, не буду, потому что ты знаешь, что если ты сделаешь, все изменится, но тебе хочется именно таким образом вот кому-то отомстить, либо что-то сделать, да? У кого такие чувства были? Моменты, да, переживания. Это то противостояние, которое внутри нас, существует вот от Адама, то нежелание меняться. И нас обличает Священное Писание. 10 заповедей были даны из-за Божьей любви к нам. Это проявление любви Божьей. Смотрите, не кради, да, будем говорить так, первое, не кради. Это проявление любви ближнему или нет? А? Ишуа об этом говорит. Весь закон заключен в двух заповедях. Возлюби Господа, опять, и ближнего тоже, что возлюбить. Чем? Практическими делами. Той же частью агапы, да, будем говорить так. Хотя, да, мы можем говорить так, что все равно нарушение закона, то есть преступление против другого человека наказывалось. Если кто-то украл, то нужно было возвратить в 7 раз больше, да? Если кто-то попользовался твоей женой, так бы сказать, вот, захотел твою жену и сделал кошмар такой, да, то ты можешь сделать тот же кошмар этому человеку. Не таким образом, побить просто его камнями. Наказание было, да, такое. Но 10 заповедей – это проявление любви, о том, что говорим, не возжелай. То есть не нужно завидовать, если ты не будешь завидовать, прояви это на самом деле. Каким образом? Не перемещай межи свои. Не устраивай вот это, другого, третьего. И мы оттуда выходит нам 613 мицвот, которые относительно и Бога, к людям. Это практическое проявление любви. Ишуа об этом говорит. О любви, да? Он говорит об эросе. Я говорю вам больше. Кто посмотрел на женщину с вожделением, уже что? Прелюбодействие все. Он говорит, ребята, эрос — это такая штука, что мультик себе нарисовать не сложно, но при всем этом не нужно это делать. Хочешь иметь совершенную любовь? Простирайся так к другим вещам. Если ты не называй своего брата рака, он больше говорит. Вообще, если ты пренебрег своим братом, то есть не пренебрегай, если пренебрег своим братом, уже не возненавидел, да, его, то уже становится человека-убийцей. Уже. Он говорит, твоя любовь должна быть дальше. То есть гаси сразу эти отношения, которые ненависти к тебе, боли к тебе. Кто заставит тебя идти один путь, иди туда два пути.
кто тебя ударил по одной щеке, да, поставим ему другую щеку, то есть левую, поставим ему правую. Кто с тебя берет, то есть повел тебя в суд, хотел с тебя снять одежду, отдай ему верхнюю. То есть проявление любви. Но при всем этом, Бог говорит, справедливость Божия должна вас торжествовать. То есть, уже Павел пишет, вот между, что вы как бы судитесь у неверных, что среди вас нету разумных, кто может разобрать дело. И дело это разбирается по любви. Отношение в законе Божьем ходилось от любви. Понимаете, да? Если мы, чтобы мы не закрывали руки свои от кто приходил, кто, или от внешних людей, да? Чтобы мы открывались к людям, добродетельности и все остальное. Это проявление любви. Даже тогда, когда нам очень неудобно. Как вы думаете, гостеприимство, которое у нас есть, оно должно быть из, от нашего избытка или же по причине, что любви, которая он даже, выражается? По любви, правильно? Бывает от избытка сердца. Нет, сердце. Да, вот богатые или бедные. Мы не должны смотреть на то, что принимаем людей в свой дом от того, что у нас есть что покушать, или не принимаем, потому что у нас кушать нечего. И многие верующие поступают так, знаете, лучше пойти к богатому, потому что накормят, чем к бедному, потому что он останется ни с чем. Посещение. Нет. Все-таки гостеприимство – это выражение тоже любви. Тоже любви. Не просто даже филио. Когда Авраам принял ангелов, он знал, что это ангел или нет? Нет. Нет. Он просто принял их. Я думаю, что это даже была первая его встреча с ангелами. Или нет? Или ошибаюсь? Это было первое. Он даже не знал. Поэтому Писание говорит, многие не знали, делали добродетельность, не знали, что принимали кого? Ангелов. Они делали это по причине того, что это необходимость того времени была. Да, как бы было, это нормально, норма была этой жизни. Буквально это недавно изменилось уровни гостеприимства. Еще во времена, когда, будем так, 20-30 лет назад, когда в обществе существовало такое понятие, чтобы прийти к соседу, просто взять и положить обратно, когда тебе попользовался. Двери домов не закрывались. Когда раньше можно было поехать в другой город, приехать к людям, которые вы не знаете, сказать, я верующий, я хожу в эту общину, туда-сюда, и вас примут, накормят, положат спать, и скажут, вот вот ключ, закроешь, положишь его под коврик. Все знали, где искать ключи, под ковриком. Ну, хотя все думали, что это единственное их изобретение, никто больше не знает. Но по всем это было это состояние любви. Сегодня мир ожесточен. Сегодня миру больше нужно любви, чем мы понимаем. И относительно той любви эроса, которая нужна, правильной, и относительно филио, относительно агапы. Это нам необходимо, как сегодня. Ишуа говорил, найду ли я что? Веру на земле. Веру. А вера заключается в проявлении твоей любви. Любовь остается вечно. Все пройдет, любовь остается вечно. Почему? Потому что это залог, заложено внутри нас, в нашем духе. Потому что мы все понимаем, что такое добро и зло. Правда? Вы понимаете, что такое добро и зло? Даже когда вы были неверующие, вы знали, что такое добро и что такое зло. Что если... когда вы делали добро, нам чувство... И делали это, потому что нас влекло, это любовь, которая внутри нас. Духом Святым написано, да? И возлил к нам любовь чем? Духом Святым. Вот тут, как бы, это новое обновление, новая картинка приходит. Когда мы рождаемся свыше, приходит новое понимание любви. Почему мы делали так, как мы делали? Почему мы хотим сделать добро, как мы хотим это сделать? И пути, как это сделать, нам приходят через Писание. Это вот момент, который нужно переживать. Ишуа обращается к церкви и говорит, и все хорошо, все классно. Ты возненавидел грех, ты находишься там, где престол сатаны, и все, но имея по тебя нечто, ты оставил первую любовь. Какую?
Какую любовь? А? Агапе. Агапе. Первую любовь агапе. Потому что в это время мы готовы любить всех были. Мы должны были, готовы были жертвовать всем. Мы готовы были ездить на все евангелизации. Мы готовы были помогать всем людям. И все мы делать готовы были, да? По причине нашей любви, и как Бог вот прикоснулся к нам. Позже мы пытаемся найти себе причины, почему это не делать. Иешуа обращается к церкви, говорит, я имею против тебя нечто, ты оставил первую любовь. Обратись обратно. То есть есть реальный момент, реальный момент возвращения обратно к агапе. Через что? Через проявление ее. Через физическое проявление, как бы, помощь людям, изменение. То есть можно и нужно возвращаться к первой любви. Амин. Перерыв.